Сегодня в Баку проходит азербайджано-чешский бизнес-форум. Съемочная группа CBC также отслеживает работу бизнес-форума. И сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Медина Курбанова. Добрый день, Медина. Как проходит бизнес-форум и какие темы обсуждают участники мероприятия? Здравствуйте, Асли. Сегодня в Баку при участии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и прибывшего с визитом в Баку председателя Нижней палаты парламента Чешской Республики Радика Вандарчика проходит азербайджано-чешский бизнес-форум. Здесь также участвует множество чешских компаний, задействованных в различных сферах экономики. Главная цель – это расширение экономического сотрудничества. Сейчас рядом со мной находится Ислам Ибрагимов, региональный коммерческий директор чешской компании. Здравствуйте, Ислам Мялим. Что вы можете сказать об этом форуме? Какие ожидания? Возможно, вы уже сотрудничаете с азербайджанскими компаниями. Здравствуйте. От имени компании «Эльтода» мы участвуем первый раз на форуме азербайджано-чешском. Также мы первым визитом у вас в Азербайджане. Мы очень приятно были удивлены. За несколько дней нам удалось увидеть как город, так и повидаться с местными органами. Мы были с визитом в министерстве инфраструктуры, транспорта в Минкоме, где нас очень хорошо встречали, выслушали наши решения, которые мы внедряем в Чехии на территории Евросоюза. Наша компания является городским интегратором. Мы устанавливаем инфраструктурные решения, это дорожно-транспортные технологии, технологии освещения городов, это камерные системы, системы безопасных городов, умных городов. Соответственно, с этим решением, с этим посылом мы приехали в Азербайджан. Хотели бы, конечно же, завязаться здесь с местными компаниями. На сегодняшний момент мы еще не сотрудничаем с компаниями напрямую. Мы именно общаемся с городской мэрией, так сказать, с руководством города, с министерством о том, что мы хотели бы поучаствовать здесь в местных проектах, показать, что мы умеем, что у нас работает, что показало за годы эксплуатации как качественное, эффективное решение с применением на долгое время, показало свой эффект, экономическую выгоду, обосновательность этого решения. Соответственно, с этим посылом мы здесь. Мы надеемся, что нам удастся показать себя, увидеть местных компаний, познакомиться и начать сотрудничество с Азербайджаном на государственном уровне, на уровне коммерческом. Это наш посыл, это наш первый визит, и мы очень верим в это сотрудничество и надеемся, что оно будет обоюдно успешным. Спасибо вам большое. А я отмечу, что предыдущий бизнес-форум азербайджано-чешский прошел также в Азербайджане в прошлом году в сентябре. Мы продолжаем следить за работой форума. Асли. Спасибо, Медина. Я напомню, на прямую связь со студией выходила корреспондент CBC Медина Курбанова, отслеживающая работу бизнес-форума «Азербайджан-Чехия».